На центральной улице села Кончезеро Кондопурского района появилось новое современное освещение. 91 светодиодный фонарь установили в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы по установке уличного освещения выполнили с сентября по ноябрь. Установили фонари последнего поколения, они экономичнее старых в 2,5 раза и окупятся примерно за год. Изготовлены светильники в Карелии на производстве одного из исправительных учреждений в Сегежском районе. Это светодиодные фонари самого последнего поколения с хорошей оптикой, теплого света для того, чтобы в сумерки и в период, когда вот такая погода как раз, чтобы была хорошая освещенность. Здесь освещенность минимум в 3 раза выше нормы, где-то в 5 раз выше под опорами. Соответственно, здесь выдерживаются все нормативы по освещенности, по равномерности, нету темных пятен. Администрация Кондопурского района и жители Кончезерского поселения очень благодарны тому, что теперь они ходят по светлым улицам, их видно. В этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Карелии реконструированы объекты освещения в поселке Кварцитный, в населенных пунктах, находящихся на трассе Аланец-Питкяранта, а также при подъезде к Аланцу и к Сегеже.